Карга, так. Я не Все, знаю, друзья, я 7, бледненько 6, выглядываю в чат, 5, но как, если там соперник долго 3, думает. 2, 1, погнали. Короче, по ситуации будем смотреть. О, О, первый умка. тур Матвей Блин, а у меня Гальченко, не пишет, офигеть. что у меня зеленая Блин. полоска. Давайте тут что-нибудь поменяем. Так, О, ну ладно, как погнали. знал, не так Е4 по написал. центру играем, наверное, Матвей сыграет. Так. Е6, Так, умка, французскую все, друзья, защиту. поехали. Давайте, пойдем. Блин, не хочется в первом туре, конечно. Так. Не хотелось бы Ой, анимацию Матвея еще надо подать. поменять. Ну, бывает. Поставим на нет. Так. c4. Я еще и прошлую партию не успел нашу проанализировать. Чуть-чуть посмотрел. Сыграем Так что такой вообще какой-то вариантик. пипец. Сюда. Ладно. Матвей делает рокировку, слон е2. По идее, он должен сбить эту главную линию. Слон g4, Так, конь сюда. c6. Шах. Сила дебюта Матвей не Берда. Да-да, дает, да? спасибо, друг. Все, Не друзья, играем, совсем. играем. А Умка зеленую тоже полоску делает дали, нет? рокировку. Да, Конь а нет, не c6. дали, блин, это только умки зеленая Слон полоска, ладно, е3. пофиг. Бить пока нельзя, там пешка в конце варианта будет полюса на Так, b7, поэтому желаю я даже удачи, не рост сдавайся до играется. конца, да я и не сдаюсь с собой. И здесь Сколько слон туров d2 они играют, кто проводит. знает, 9 туров, Это друг, конь d5, 9, это 9 b7. туров. Вот это вот Так, надо как тут будет ходить надо, вроде смотреть конь сейчас. d5 или нет? Так, Все, Матвей ладно, наших почитаю стримеров. чуть-чуть попозже чат. На данный Уже день чуть серьезные попозже. ребята, умка Сегодня сильно Матвей играет, только стримит. так что работаем. Фигня какая-то. Так, здесь надо выбрать ход. Ладья c1 может защитить Тут коня. времени, конечно, дофига. С таким контролем Потом слоника ладью 3 на плюс c2 2. поставить. Ну там слон f5 будет какой-то ход. Ну давайте, почему нет? Ладью поставим так. Ладья На c1 ходит c1. умка, то есть, в принципе, дает выбить на e3. Может быть где-нибудь конь d5, слон c5. Взяли, Слон взяли. h4 выведем, Ладья да? e8. Что-то такое e4 нет хочу делать. хода. Если d5, то я взял конь e5. В принципе, ну, можно так сыграть. Если он ферзь d2. Давайте, Дор, ладно, доски выбьем. нету, серьезно? Чё за фигня? Что он Ты думает? чё мне не сказал, Тут что доски прямую, нету? по идее, надо ставить. Сейчас. Включим доску, Или у меня ё-моё. отрубился интернет? Как Да нет, я так вроде. накосячил? Доски нет вообще, класс. Вот это бред. Сейчас Может, появилось, у надеюсь, умки все. вырубился интернет? Сейчас, и доску надо включить. Так, соперники, время, доска. Как у меня так все заскочило? Блин. Так, Так, ладно, что-то не хорошо, сейчас понимаю. настроились. Так, Фе Потом в пошел, да. конце стрима Ладья включу. e8, кстати, может и А, ты думал, что небезопасно. я потом Все-таки на включу? f7 пункт Ё-моё. ослабляется. Ну, хорошо, что ты мне сейчас сказал, а то бы там в конце турнира тут мне написал. Ярик, включи доску, и все, пипец был бы. Давайте пока что. Так, Матвей Сюда. ударил по центру, играет ферзь d7. Я Могу немного ответить не собран, b4 надо сыграть собраться как-то. срочно. Ферзя на d3, e4 прорвать. H3, слон h5. И конь h вот так вот сыграть как-нибудь тоже могу съесть тут. Ну давайте h3 вначале спросим, куда слон пойдет. Ну, на h5, наверное, пойдет. Тут думать особо не надо. Так, мы можем слон h5, конь h5. d2. Слон h3, я думаю, Хочу жертвовать забить как-то. Конь как-то e5 слишком сыграть. опасно. Если он собьет, я ударю Слон тут. f3, Если он слон ударит f3, тут, ладья хочу ударить e8. тут. Ферзь Что-то такое, d2 он хочу сыграть. сыграет. Можно и так, Он конечно. отходит, я сюда, он сбил, я здесь бил, он сбил здесь. Я тут сбил, он там отошел, я вернулся. Давайте Все возьмем, нормально. ладно, и сюда. Другие Так, ну варианты мне пешка меньше вот на e3 нравились. подвисает, но я могу ферзь d3 Тут сыграть. как-то чуть-чуть По поострее. идее, да? На пешку Е давлю, тут какие-то есть слон d5, но я там ладья e7, этого я точно не боюсь, Не, по ну там идее. конь e5 Я думаю, какой-то ему ход надо его как-то будет. ферзь d2 просто укрепляться. Поэтому вот тут И уже там надо посмотрим. задуматься, хорошо Надо мне еще покидать. вторую ладью подключить к игре, а то она совсем вне игры. А, на ферзь 2 еще Может конь так и e5 есть так интересный сыграть? ход. Так, на слона чуть-чуть поддавить. То есть Хотя тогда сыграть слон d5, сначала слон так как-то c3. и e4. Конь d5. Ну, не знаю, Чтоб кстати, потом этого хода я фигурку не мы очень-то начали его опасался. запрыгивать, и слон g4 Может быть, в итоге конечно, зря, но сыграть. мне кажется, что На пешку f7 это не где-то очень буду устойчиво. зависеть, Я даже играть могу на неплохо. f8 брать, потому что на Такое ход время слон мне не d8, надо, на слон немножко f8 он сидеть. может e4 пойти, в принципе. Давайте так пока. Он отходит, ну вот e4 как-то хочу Я думаю, сыграть, e4 чтобы все равно слона на может пойти. g4 Но я поставить. хотя бы сюда ладью поставлю, как-то давлю на Так, а слон d4. g4 что будет? Могу где-то Слон взять g4, взять и ферзь c6 d6, да? в вариантах провести. Давайте как-нибудь. Блин, куда уходить? Куда мне уходить? Ну, пешка, да, подвисает. Давайте пока так. Вот тут вопрос. Конь d4, ферзь d4, Коня он не c6, может конь убрать, пешка f6, подвисает. gf, ферзь бьет Если так, f6, то, наверное, слон может быть. g7, там можно пойти. Ну, Очень интересный пипец. вариант, кстати. Тут умка неплохо ведет партию, я бы Так, Дань, сказал. бань вот этих вот.
людей, которые делают рекламу. Есть еще ход Вот эти f5, получают резкий, а, продвижение ну и он так просто накруток. заберет, по идее ничего нет у Ты их, меня. пожалуйста, бань. c6. За чатом следим. На а7 он там может взять, но я хотя бы какую-то То есть игру кто-то тут получу, черепа у меня мир какая-то не уходил немножко на зажатая а6. позиция получилась. Вот, f6 не хочет ходить слишком пассивно. Так, тут c6, смотри, он думает. g4. У него там все Перс нормально, он d6. пошел. Так тоже не очень хорошо. Почему не ответят 3 минуты в Может быть ноктуре? реально f5... Не, f5, e5 же, ё-моё. Хотя e5, конь e5, да ec6. Так, ну Ладно, вот, давайте конечно, попробуем. f5 Тут на полевой инстинкте отрез, немножко как ты. сыграю. Вот это да. А если e5 сыграть, просто могу сбить. Да, ну, Если еф, я вообще думаю ферзь мне не f5 нравится побить. ослабление коня, но все же. Хотя ферзь f5, конь c7, Я думаю, ладья e5 d4. очень сильно смотрите. Там какие-то слон Я d5 же хочу будут. Так, как-то ну зайти вот слон e5 я d5, думал но я верх конь бью. сейчас защищу. Ой, что-то я зевнул. Что я зевнул? c6 потом в Бью конце. и c6. Не знаю, что получится тут, но проверим. Молодец, Умка, сильно играет эту партию. Или что? Я не понимаю, что он хочет делать. А, c6, да, в итоге. Что, у меня нет никаких ресурсов? e5, возможно, зевок был, хотя не знаю. Конь Так, а если f6 же потом f, не я так вроде съел, просто ничего не сыграть? боюсь. Ну да, он может так сыграть. Чего я туплю? Приходится бить. Так, сбил. Тоже приходится меняться, видимо. Так, сбил. Да, может и Не, ну в нормально итоге все хочу у него пешку на здесь. b7, есть как-то. То есть взял, И потом ушел. же там ладья c8 Там еще на e5, залетает. но он даже e6 пойдет. Ладно, давайте так. Тут это сложно будет выиграть такую партию. Так, ну, наверное, просто надавил я пока на ладью. Просто давление Давайте усиливаю. шах. Шах, Насчет ну ладья король d1 я что-то h8 не или куда? знаю. Король f1, наверное, Может и кстати, просто нормально, буду но потягивать проверим. короля. Меняться придется, я И думаю. вот тут вот надо подумать. Чем бьет Возможно, наверное, соперник? просто вверх Давайте куда-то так. поставлю. Отойду. И как-то вот ладья d7 был. Надо перекрыть ладье 7-й ряд. Хотеть сыграть. Конечно, неясная, блин, еще позиция. Угу. Сюда давайте. Давай еще h5. Сюда. Так, g4 сразу додвигать или нет? Давайте так, хитренько чуть-чуть. И где-то тут g4. Так, не могу ли я взять пешку эту? Ну, если король Взял седает, то ладья типа как-то так. d6. Да вроде Вот могу. g4, чем... А, ну так, это так. Конечно, f же хочется бить, но тогда король на e4, во-первых. Во-вторых, мне там что-то не нравится. Блин, что делать? Цветнот уже этот. Сюда. Так, Королевский ну тут замысел, с разноцветными да. слонами мы, в принципе, можем поиграть на победку. Солнце 2, давайте как-то. Если вам кто-то говорит, что разноцветные слоны это ничья, вы не верьте. Что-то буду пытаться предпринять для защиты. F4 он двигает, ё-моё. Он Давайте меня сейчас так. он атакует. Где-то Давайте так, f3 пока взял стою, ладья наверное. h2. Стоять вряд ли получится против Он Матвея. ушел Матвей меня королем, заносит, я g3, сегодня ничего g2. делать не буду. Давайте попробуем. Так, так. И сюда ушел чуть. А, пешку двигать, ё-моё. Сюда, и хочу же один ферзь. Сюда-да. Ой-ой-ой. Вроде проходит. А, пешка ж просто проходит, там слон стоит. Ну да, тут уже можно сдаться, наверное. Капец, зевнул. Тут же просто пешка пробегает. Да, ё-моё, сдул такую Так, партию. да, победа, хотя было непросто, Нормально друзья, но стоял. выиграли все-таки. Фух. Терри тоже выиграл, зараза. Ладно. Так, Работаем ладно. так, 189 зрителей, друзья, привет всем. Давайте Что посмотрим, есть... такое? О, стрим, все, Как зеленая такое полоска было? пошла, супер. Ну ладно, Тогда ничего. отлично все. Все, работаем, друзья.